Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как настроить недельный таймер Tebin TR610 Top. Таймер сделан в Германии, рассчитан на 16 ампер и питается от сети напряжением 250 вольт. Этот таймер у меня стоит на включение и отключение освещения в клетке с морскими свинками. Дабы продемонстрировать, как он настраивается, я сейчас обнулю все показания. Кнопочка Reset. Оп. Выберем язык. Язык у нас русский. Год 2021. Пролистнул маленько. Окей. Месяц третий. Дата. Плюсиком выставляем. Сегодня у нас 20 число. Окей. Часы. Время у нас 14.05. 14, окей, минут 0.5, окей. Значит, так. Таймер у нас сейчас будет постоянно выключен до тех пор, пока мы не введем расписание включения и выключения. Значит, нажимаем меню. Вот программа. Новая программа. Окей. Свободно у нас 28 ячеек памяти. У нас таймер будет включать освещение по будням в 9 утра и выключать в 9 вечера. По выходным будет включение в 10, выключение в 10 утра, выключение в 10 вечера. И также у нас будет еще одна программа вечером в среду, после обеда, сон для усталых, взрослых людей. Выключаться будет свет в 12 часов, а включаться часа в 3. Начнем. Значит, включение у нас будет, окей, включение, во сколько, в 9 утра. В 9. Окей, 0 минут. Это будет происходить с понедельника по пятницу. Выбираем понедельник. Нам предлагают дополнительный день. Окей. Это будет вторник, среда, окей, четверг и пятница. Суббота, воскресенье нам не нужна. Мы их пролистываем кнопочкой вперед. И нам предлагают записать эту программу. Нажимаем окей. Теперь новая программа «Выключение». Свободно 27. Выключение. Во сколько? Выключение 21 час. Ну, можно минусиком с этой стороны. 21 час. Окей. Минут 0. Теперь это будет также с понедельника по пятницу. Выбираем понедельник. Нам предлагают выбрать дополнительный день. Это будет вторник, среда, четверг, пятница. Суббота, воскресенье. Мы пролистываем вперед и записываем эту программу. Вот на данный момент он у нас будет включать свет только по будням. Теперь надо записать программу включения-выключения на выходные. Новая программа. Окей. Свободно 26 ячеек. Программа включения. Окей. Включаться он будет у нас, ну, по выходным мы спим подольше. В 10 часов утра он будет у нас включаться. Окей. Это будет... минуты. 0 минут. Это у нас будет по субботам-воскресеньям. Понедельник нам не нужен. Мы его листаем дальше. Вторник, среду, четверг, пятницу также пролистываем кнопочкой вперед. А вот субботу мы выбираем. Окей.
И выбираем дополнительный день. Окей. Когда? В воскресенье. Окей. И записываем эту программу. Это программа включения. Теперь новая программа выключения. Свободно. 25 ячеек. Выключаться он будет у нас. Окей. Во сколько? Ну, бодрствуем мы по выходным подольше чуть-чуть. Выключаться он будет у нас, ну, давайте в 22 часа. Окей. 00 минут. Так, будние дни пролистываем. Выбираем субботу. И дополнительный день в воскресенье. Окей. Записываем. Теперь у нас вечером в среду, после обеда, будем спать. Окей. Новая программа. Свободно 24 ячейки. Так, мы выбираем программу выключения. Ну, свежее надо сначала выключить, а уж потом включить. То есть стрелочкой вперед мы выбираем выключение. Окей. Во сколько? В 12 часов. 12 часов 00 минут. И когда в среду, вот она среда, нашли стрелочками. Среда, окей. Дополнительный день нам не нужен. Листаем вперед и нажимаем записать. То есть выключаться он будет у нас в среду в 12 часов. Берем новую программу. Окей. Свободно 23 ячейки. И теперь у нас программа включения, чтобы у нас после обеда свет включился. Так. Включение, окей. Во сколько он включаться-то? Будет в 15 часов, допустим. Окей. 00 минут. А, ищем теперь опять же эту среду, чтобы он опять в среду включился, чтобы он не забыл, когда включиться. И выбираем среду, окей. Дополнительные дни нам не нужны. Листаем вперед и нажимаем кнопку «Записать». Вот и все. Все программы записаны. Нажимаем меню. Все. Программы все запущены. То есть вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых свиней. Ну, свиньи у меня взрослые достаточно. Освещение у них будет включаться-выключаться автоматически. Теперь еще какая функция здесь есть. Нажимаем меню и выбираем стрелочкой. Ну, тут можно дату-время подкорректировать. Но мы идем дальше. Ручная установка. Что это? Пин. Этот таймер можно запрограммировать, чтобы он запрашивал пин-код перед тем, как вносить какие-то изменения. Окей. Вот сейчас пока что пина нет. Выбираем стрелочкой вперед. И выбираем автоматический пин. Окей. Циферок тут нету. Циферки выставляются кнопочками плюс и минус. Давайте сделаем пин-код 1. Далее следующая цифра 2. Окей. Следующая 3. Допустим, 4. Все. Теперь, прежде чем сделать какие-то изменения в настройках, нужно ввести пин-код. А если... А что будет, если неправильный пин-код сделать? А? Что будет? А? Фиг. Ничего не происходит. Придется вводить правильный пин-код. 3, 4. И вот только теперь мы заходим в программы. Окей. Новое. Нет, новых нам не надо. Посмотрим, какие у нас есть. На понедельник, на вторник, на среду. Давайте на среду посмотрим, какие у нас программы есть. Значит, включение у нас в среду в 9. Выключение в 12. Ну, у нас же тихий час в среду. Включение в 15. И выключение в 21.
Окей. Далее, видите, стрелочка перешла на четверг. То есть следующий день у нас включение будет в 9 утра. А включение в 9 вечера. Пролистаем сейчас до выходных. Вот. В субботу у нас включение будет в 10 утра. Далее. Выключение в 10 вечера. В воскресенье включение в 10 утра. И выключение в 22 вечера. 10 вечера. Окей. Ну и далее по порядку. Нажимаем меню. Выходим. Все. Настройка закончена. Задавайте свои вопросы в комментариях. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание. А, подождите, один момент. Еще есть один момент. Этот таймер оборудован встроенным аккумулятором. Пока он работает от розетки. Потому что, ну, если его отключить, дисплей потухнет. Информация не потеряется, но дисплей потухнет. А нам все-таки нужно как-то его настроить. Давайте я вам продемонстрирую отключение для особо неверующих. Могу даже открутить провода. Одной рукой не особо удобно, но, в принципе, возможно. Провода откинуты. Вот прибор продолжает работать. То есть длительных отключений электричества этот прибор не боится. Настройки сохраняются. Нажимаем меню. Вот программа. Новая. Нет. Давайте посмотрим, что у нас там. Просмотр. Понедельник. Вот включение, отключение и так далее. Теперь еще важное замечание. Этот прибор, даже если вы нажмете reset, ну, нажимайся. Даже если все, абсолютно все сбросите, даже в этом случае он настроек не потеряет. Ух ты, тут еще пин-код надо вводить. Блин. Видите, даже после сброса настроек он запрашивает пин-код. 1, 2, 3, 4. Как его сбросить окончательно? Год. Ладно, год он забыл. Месяц. Пофиг какой. Минуты. Потом выставлю. Самое главное, что он программа просмотр понедельник помнит, что он должен включаться в 9 утра по будням и выключаться в 9 вечера. Домотаем до среды. 9 утра включается. В 12 у нас начинается обед. 15 он заканчивается. И в 9 вечера опять мы ложимся спать. Вот. Так что очень умный таймер. Не по своим годам. Вот и все, настройка. Вспомнил, как удалять сразу все программы. Находим меню. Программы. Окей. Не новая. А листаем дальше. Просмотр листаем дальше. Удалить. Нажимаем окей. Можно удалить одну программу, а можно удалить сразу все программы. Нажимаем ОК. Далее нажимаем удалить. Все. У нас абсолютно чистый таймер. Без всяких программ. Можно заниматься настройкой заново. Время сохранено, дата сохранена. Только все программы удалены. Все.